Здравствуйте, уважаемые слушатели! Значит, сегодняшняя наша лекция посвящена задаче 14 ЕГЭ. Значит, и тема, которую мы сегодня будем обсуждать, это вычисление расстояния между скрещивающимися прямыми. Значит, данная тема, она не очень обширна, представлена в учебниках геометрии и, скажем, в учебнике Атанасяна. Там даже дано просто определение расстояния между скрещивающимися прямыми как расстояние между параллельными плоскостями, в которые помещены эти скрещивающиеся прямые. Значит, на самом деле давайте обсудим, значит, вот если рассматривать всякие репетиторские сайты, то там тоже вроде бы как приводятся определения, значит, но все эти определения сводятся к тому, что расстояние между скрещивающимися прямыми это есть либо расстояние между параллельными плоскостями, либо расстояние между плоскостью и параллельной ей прямой, либо, соответственно, расстояние от какой-то точки прямой параллельной плоскости. Значит, ну и, соответственно, само по себе понятие расстояния здесь не дано вот в качестве самого определения. Значит, обычно, когда мы говорим о расстоянии между фигурами на плоскости или, соответственно, в пространстве, то что мы понимаем под расстоянием между фигурами? Значит, вот у нас есть фигура F1, есть фигура F2, соответственно, берется точка x1, берется точка x2 и вычисляется длина, то есть вот этого, то есть расстояние между точками x1 и x2, и под расстоянием между фигурами понимается минимум вот этих всевозможных расстояний между двумя точками. Значит, соответственно, когда у нас есть скрещивающиеся прямые в пространстве, то есть дана прямая L1 и L2, то мы точно так же можем взять точку на одной прямой, точку на другой прямой и, соответственно, вычислять длину вот этого отрезка AB. Значит, и искать минимум вот этих, искать наименьшее значение длин вот этих отрезков, значит, и тогда вот это наименьшее значение и будет являться расстоянием между скрещивающимися прямыми. Значит, вот если вы посмотрите на слайд, то на слайде даны определения. Значит, вот эти определения присутствуют в учебнике Погорелова. Значит, соответственно, вот минимум длин таких отрезков с концами на разных прямых существует, и он равен длине отрезка, который перпендикулярен обеим прямым. То есть вот это у нас будет P1, P2. Значит, вот такой отрезок называется общим перпендикуляром. Значит, доказывается, что этот отрезок существует, и он единственный. Значит, и, соответственно, его длина, значит, понимается как расстояние между скрещивающимися прямыми. Но, в принципе, даже в учебнике Погорелова в определение помещено еще одно предложение, то есть расстояние между скрещивающимися прямыми
называется длина их общего перпендикуляра, и оно равно расстоянию между параллельными плоскостями, проходящими через эти прямые. То есть, в принципе, можно было бы ограничиться только одним, вот тем, что это длина их общего перпендикуляра. А вот уже дальше то, что на всяких репетиторских сайтах показывается, что и в некоторых учебниках, что вот длина этого перпендикуляра как раз и равна расстоянию между этими параллельными плоскостями, соответственно, расстояние между, вот когда одна из скрещущихся прямых помещена в плоскость, проходящую через другую прямую и параллельную первой прямой, вот тогда, соответственно, расстояние от этой прямой до плоскости равно длине их общего перпендикуляра и, соответственно, равно расстоянию от любой точки прямой до этой плоскости. Ну а между параллельными плоскостями, соответственно, берем на одной из плоскостей любую точку и вычисляем расстояние до другой плоскости. И вот это тоже будет равно длине общего перпендикуляра. Значит, ну а все-таки определением следует считать, что расстояние между скрещивающимися прямыми – это длина их общего перпендикуляра. Значит, при решении задач на самом деле достаточно сложно бывает этот общий перпендикуляр построить. Значит, поэтому для нахождения расстояния между скрещивающимися прямыми рассматривают, ну, несколько методов. Скажем, в некоторых пособиях и статьях рассматривают только как нахождение вот, между расстоянием между параллельными плоскостями, прямой и плоскостью. Значит, ну, кроме этого, соответственно, рассматривают координатный метод. Но сегодня мы с вами рассмотрим 10 разных методов для определения расстояния между скрещивающимися прямыми. Не обязательно вот, запоминать все эти способы. Как показывает практика, достаточно хорошо отработать 1-2 способа, значит, и ими пользоваться. Но, тем не менее, в разных задачах вот, оказывается иногда, что какой-то из способов имеет преимущество и быстрее приводит к ответу. Значит, вот все эти методы, которые мы с вами будем рассматривать, делятся на два вида. Это геометрические методы и методы векторные или координатные, или, соответственно, говорят, координатно-векторные методы. Значит, вот, соответственно, когда мы говорим о геометрических методах, то мы используем вот, все те теоремы, которые изучались в стереометрии, значит, все определения. Значит, мы не пользуемся ни векторами, не пользуемся, соответственно, координатами, а чисто исходя из определений и теорем находим соответствующее расстояние. Значит, вот можно, соответственно, выделить вот, среди геометрических методов следующее. Значит, ну, первый метод, основной, казалось бы, но он на самом деле иногда сложно реализуем, потому что строить общий перпендикуляр иногда сложно. Но тем не менее, значит, первый метод – это метод построения общего перпендикуляра, то есть строится общий перпендикуляр и, соответственно, вычисляется его длина. Значит, далее методы. Метод параллельных прямой и плоскости, метод параллельных плоскостей – это то, что мы с вами обсуждали еще, когда рассматривали определение. Новое вот здесь будет – это метод ортогонального проектирования. Значит, он состоит в следующем. Он состоит в следующем. Вот если у нас есть две скрещивающиеся прямые L1, L2,
то, в принципе, он подводится под расстояние от прямой параллельной плоскости, но подводится следующим образом. Значит, мы берем одну из прямых и через какую-нибудь точку прямой проводим плоскость, перпендикулярную данной прямой. Значит, вот, значит, у нас получается точка А. Значит, и точка А — это L1, а это плоскость альфа. Альфа перпендикулярна L1, L1 пересеченная с альфа. Значит, вот теперь у прямой L2 есть две возможности. Она имеет с плоскостью альфа общую точку или лежит в ней, или не имеет общих точек. Это значит, что она параллельна этой плоскости. Ну вот в случае, когда она имеет общую точку, то есть точка B равно L2, пересеченная с альфа. Значит, тогда что мы делаем? Мы берем и прямую L2 проектируем, то есть берем ортогональную проекцию на плоскость альфа. Значит, соответственно, вот это ортогональная проекция. Значит, вот это у нас будет прямая L2', так? То есть она получается как, то есть вот какая-то точка C, вот взяли, спроектировали, значит, получилось здесь вот C1. Значит, и вот эта прямая L2' лежит на плоскости альфа. Тогда что можно сказать? Тогда можно сказать, что вот эта плоскость, образованная прямыми L2 и, соответственно, L2', она параллельна прямой L1, поскольку она содержит прямую CC1, перпендикулярную к плоскости альфа, а значит, параллельную L1. Ну и теперь тогда расстояние от прямой L1 до вот этой плоскости, оно будет равно расстоянию или перпендикуляру, опущенному из точки А на проекцию. То есть вот это H точка, это H, и вот это ρ, соответственно, это есть расстояние, то есть длина вот этого отрезка, есть расстояние между скрещивающимися прямыми. Значит, вот в случае, если прямая L2 параллельна плоскости, то есть не имеет общих точек, ну, то есть она как-то вот провели параллельно, то аналогично проектируем, вот, получается плоскость параллельная L1, прямая пересечение этих плоскостей, и мы на прямую пересечение опускаем перпендикуляр. И он будет равен расстоянию от точки до плоскости, равен расстоянию от прямой до плоскости, равен расстоянию между скрещивающимися прямыми. Значит, соответственно, кроме этого, ну вот все вот эти способы легко демонстрируются на вот рисунке вверху слайда. Вот все эти разные четыре варианта здесь представлены. Что собой представляет вот этот общий перпендикуляр? И, соответственно, вот в первом случае это фактически получается первым, вторым и третьим на картинке к задаче с кубиком. Значит, это просто общий перпендикуляр двух прямых. Так? А на четвертом, на четвертой фигуре, значит, это вот есть длина AD. Значит, это длина перпендикуляра, опущенного из точки А на ортогональную проекцию прямой D1, C на плоскость DC. То есть вот здесь просто демонстрация вот этих четырех первых методов. Значит, следующий метод, который используется при нахождении расстояния между скрещивающимися прямыми, это метод, основанный на использовании
объема тетраэдра. Значит, вот берем, соответственно, скрещивающиеся прямые L1 и L2. И берем два отрезка. Берем два отрезка. Значит, здесь AB и здесь CD. CD. Значит, этот отрезок равен А, этот Б. Значит, прямые, соответственно, скрещивающиеся, не лежат в одной плоскости. Значит, вот мы здесь соединяем эти точки. Значит, вот так у нас тут будет. И вот у нас получается тетраэдр. А, Б, Д, С. Тетраэдр. Значит, вот если мы будем знать угол фи, угол между L1 и L2, так, и будем знать расстояние ρ между скрещивающимися прямыми, ρ известно, так, то тогда, точнее, будем знать объем вот этого тетраэдра. Объем тетраэдра. То тогда мы можем найти расстояние между скрещивающимися прямыми. Значит, есть, вот, соответственно, представлена формула D, или мы здесь D написано, мы напишем ρ. Это есть 6V на AB на синус фи. То есть вот расстояние между скрещивающимися прямыми, если известен объем тетраэдра, длина отрезков на скрещивающихся прямых и угол между скрещивающимися прямыми. Значит, вывод здесь следующий. Ну вот в учебнике Шарыгина, например, вот этот тетраэдр достраивается до параллелепипеда. Ну, я не буду до параллелепипеда, я дострою до призмы. Ну, а в принципе, есть такой сайт олимпиадных задач Problems.ru. Значит, и на этом сайте, вот в разделе «Расстояние между скрещивающимися прямыми» есть такая задачка. Ну, она когда-то была на окружной олимпиаде. Вот, значит, она звучала следующим образом, что если даны две скрещивающиеся прямые, и на них даны отрезки AB и CD, заданные, то есть длины отрезков даны, то вот если мы рассмотрим тетраэдр AB, CD или ABDC, значит, по-разному можно здесь прочитать, то вот этот объем этого тетраэдра, он не зависит от положения отрезков AB и CD. Значит, ну, доказывается это следующим образом. Значит, вот мы возьмем через точку А и через точку С, проведем прямые, параллельные, соответственно, здесь проведем прямую параллельную L2, обозначим ее M2, а здесь проведем прямую параллельную L1, обозначим ее M1. Ну и отложим, соответственно, отрезки. Вот здесь отложим отрезок, вот, равный AB. Так, как вот здесь, чтобы не наложилось у нас. Так, ну, вот здесь надо поаккуратней. Значит, вот, соответственно, откладываем здесь B. Так. А тут, соответственно, равный А. Ну, вот тут А. У нас вот это B. Это А.
Значит, вот здесь аккуратнее. Это А, это Б. Значит, ну и теперь поступаем следующим образом. Значит, вот эти точки соединяем А, Б. Вот эти точки соединяем Б. И вот здесь у нас обозначим, как там на рисунке, С1. Так. А вот это А1. А1. Значит, ну и вот это соединяем. То есть вот у нас образовалась вот такая призма. Призма. Вот. Значит, у этой призмы, значит, А1Б, значит, грань задает, соответственно, вот здесь, задает плоскость, параллельную плоскости, которая задает грань CD, C1. То есть вот эти плоскости параллельны. Значит, расстояние между этими плоскостями, соответственно, равно ρ. То есть расстояние равно ρ. Так. Значит, площадь, если у нас вот этот угол φ известен, то площадь основания, вот эта площадь, это есть 1 вторая а на b на синус φ. То есть S, соответственно, CD, C1, 1 вторая а на b на синус φ. На синус φ. Значит, и тогда получаем, что объем равен призмы, площадь основания на высоту, а высота равна ρ. То есть объем этого тетраэдра, соответственно, объем вот этого тетраэдра всего равен, значит, 1 вторая а на b на ρ на синус φ. Так? Ну а теперь вот объем тетраэдра, который изначально вот у нас был, изначально вот, вот этот, соответственно, там, вот этого а, b, d, c, объема тетраэдра, получается из объема всей призмы путем, как говорится, чтобы оставить все прекрасное, надо все лишнее отсечь. Да? Значит, соответственно, отсекаем вот эту пирамидку, то есть C, B, D, C1. А поскольку у нее основание то же, что у призмы, и, соответственно, высота равна высоте призмы, то ее объем равен 1 третьей объема призмы. И, соответственно, вот такую пирамидку А, А1, Б, Д. У нее аналогично объем равен 1 третьей призмы. Значит, соответственно, объем оставшейся части равен объем призмы минус 1 третья объема и минус 1 третья. То есть получается, что объем вот этого тетраэдра А, Б, Д, С равен 1 третьей этого объема или 1 шестая А, Б, ρ, синус φ. Ну и, соответственно, нам надо ρ. Значит, вот получаем вот эту формулу. Ρ получается 6. Ну, вот здесь, наверное, тогда давайте обозначим А, Б, С, А, Б, С, Д. Значит, получается вот такая формула. То есть расстояние между скрещивающимися прямыми. Значит, ну и получается объем вот этого тетраэдра, он не зависит от положения отрезков АВ и СД, так? Потому что мы каждый раз можем, соответственно, построить такую призму
и посчитать объем. Значит, и может быть вычислен вот по следующей формуле. Значит, ну и теперь давайте вот эти все геометрические методы, значит, применим для нахождения расстояния между скрещивающимися прямыми. Значит, вот условия задачи. Читаем. И сейчас мы ее разными методами решим. Значит, ну и вот к геометрическим методам мы добавим еще один метод, о котором я вроде бы как ничего не сказал. Но обычно, когда нужно найти расстояние от точки до плоскости, то, как правило, вот, строится пирамида с основанием на плоскости и вершиной данной точки. И если можно вычислить, соответственно, основание этой пирамиды и объем, площадь основания и объем, то тогда можно найти высоту. А тогда высота как раз и будет давать расстояние от точки до плоскости. Значит, итак, есть у нас призма. Значит, у нас А, Б, С, А1, Б1, С1. Значит, дана правильная треугольная призма ABC, A1, B1, C1. Все ребра равны двум. Значит, соответственно, точка М, середина ребра AA1. Значит, надо найти, ну, сначала надо доказать, что прямые МБ и, как там сказано, B1C, и вот эта прямая, B1C, значит, доказать сначала надо перпендикулярность прямых, а потом найти расстояние. То есть здесь задача пункт А – доказать, что МБ перпендикулярно CB1 или B1C, значит, без разницы. И пункт Б – найти расстояние между МБ и CB1. Значит, ну вот пункт А мы сделаем, доказательство пункта А сделаем общим для всех геометрических методов. То есть я еще раз к пункту Б обращаться не буду. Значит, здесь, чтобы доказать пункт А, поступим следующим образом. Значит, мы продолжим ребро АА1 и отложим точку М1 так, что МА1 равно А1М1. Ну и соединим М1 с точкой B1. И рассмотрим вот такой треугольник. Значит, рассматриваем треугольник М1, B1, C. Значит, ну понятно, что здесь призма правильная, это прямоугольный треугольник. Здесь тоже прямой угол. Значит, соответственно, мы можем написать, что АМ1 равно тогда 3, АС равно 2. Значит, ну и получаем, что М1
С из прямоугольного треугольника CAM1. Значит, это гипотенуза. Значит, получается сумма квадратов катетов. Значит, 4 плюс 9 получается корень из 13. Тогда из треугольника А1, треугольник А1, М1, Б1, он тоже прямоугольный. Значит, получаем, что М1, Б1, это есть корень из 5. Ну и из треугольника CB, B1 следует, что CB1 это есть, соответственно, сумма квадратов катетов 4 плюс 4, 8, корень из 8. Ну и теперь убеждаемся, что в этом треугольнике М1, Б1, С, треугольники М1, Б1, С, значит, М1, С в квадрате равно М1, Б1 в квадрате плюс, соответственно, С, Б1 в квадрате, то есть 13 равно 5 плюс 8, то есть выполняется теорема Пифагора. Значит, следовательно, данный треугольник прямоугольный, и вот этот угол равен 90 градусов. Ну а поскольку М1, Б1 параллельно МБ, то следует, что МБ перпендикулярно СБ1. Значит, что и требовалось доказать. То есть получаем, соответственно, что вот эти прямые, скрещивающиеся, перпендикулярны. Ну и теперь будем разными способами находить расстояние. Значит, вот первых два способа, это способ 1 и способ 2, это на самом деле один и тот же способ. Но только он применен, мы проводим плоскость перпендикулярную одной прямой, а в другом случае проводим плоскость перпендикулярную другой прямой. Значит, ну и там, соответственно, вычисления дадут, значит, то, что мы ищем. Значит, итак, вот у нас призма. А, Б, С. А1, Б1, С1. Значит, вот это М. Так. С1Б. То есть это не С1, СБ1. Значит, вот нам надо найти расстояние между прямыми МБ и, соответственно, СБ1. Значит, ну вот здесь у нас прямая СБ1 — это есть диагональ квадрата, поскольку C, C1, B1, B — это квадрат. Значит, тогда вот здесь получается вторая диагональ C1, B. Значит, они пересекаются, обозначим это точкой D. Значит, диагонали в квадрате перпендикулярны. Значит, и вот у нас прямая C1, B и M, B, значит, две пересекающиеся прямые, значит, одна С1Б перпендикулярна как диагональ, то есть проходит через диагональ, а вторая мы в пункте А только что доказали, что МБ перпендикулярна B1С. Значит, что это означает? Это означает,
что плоскость MC1B содержит две пересекающиеся прямые, перпендикулярные CB. Так? То есть вот C1B и MB перпендикулярные B1C. Значит, соответственно, мы получаем, что B1C и эта плоскость перпендикулярны. То есть вот эта плоскость перпендикулярна. Значит, тут, соответственно, соединились метод ортогонального проектирования и построение общего перпендикуляра, потому что вот эта плоскость, она уже сама содержит прямую МБ, и тогда задача сводится к чему? Задача сводится к нахождению вот этого перпендикуляра. То есть мы из точки D, из точки пересечения прямой CB1 с плоскостью MC1B, значит, опускаем перпендикуляр. Но если бы прямая МБ не лежала бы, значит, и построили бы плоскость перпендикулярную CB1, тогда бы мы ее спроектировали. Но в данном случае она лежит. То есть вот это есть искомое расстояние. Ну а здесь тогда что мы можем сказать? Что поскольку C1B точкой D делится пополам, то расстояние от точки D до MB, оно будет равно половине высоты, треугольника MC1H. Значит, соответственно, в этом треугольнике, MC1H, значит, если мы найдем высоту C1H, то расстояние ρ равно, соответственно, 1/2 C1H. Ну а тут теперь, как можно найти эту высоту C1H? Значит, если мы рассмотрим треугольник М1, С1, соответственно, Б, так, то у этого треугольника стороны. Значит, это корень из 5, это аналогичное тоже корень из 5, а это корень из 8. Значит, ну и мы здесь можем найти площадь вот этого треугольника. Ну, вариантов несколько. Значит, ну, самый простой — опустить, соответственно, здесь перпендикуляр, то есть высоту. Ну и найти вот это h, Значит, h — это будет корень квадратный. Значит, поскольку треугольник равнобедренный, то тут вот этот отрезочек — это есть корень из 8 пополам, или это 2 корня из 2 пополам, просто корень из 2. Так. Значит, соответственно, получается корень, здесь корень из 5, здесь корень из 2, то есть это корень из 3. Значит, ну а тогда вся площадь, площадь треугольника MC1B, это есть 1/2, корень из 8 на, соответственно, корень из 3, значит, получается корень из 6. Ну а теперь, если известна площадь и известно вот это основание, находим вот эту высоту C1H. Значит, соответственно, находим, значит, каким образом? Значит, это получается площадь треугольника, а именно у нас корень из 6 равна, соответственно, 1/2 h
на корень из 5, h1. Это h1. Значит, соответственно, h1 равно 2 корня из 6 на корень из 5. Ну и теперь, поскольку ρ — это половинка этой h1, то получаем, что ρ равно корень из 6 на корень из 5, или, избавляясь от иррациональности в знаменателе, значит, получаем расстояние корень из 30, деленное на 5. Значит, ну это вот первый такой способ. Значит, второй способ. Теперь мы через другую прямую проведем плоскость. Перпендикулярную. То есть, точнее, не через другую, а приведем плоскость перпендикулярную к другой прямой. Значит, вот. Значит, теперь мы проводим плоскость перпендикулярную к прямой МБ. Значит, каким образом? Ну, во-первых, прямая МБ лежит в А1, Б1, Б. Так? И вот мы опустим здесь перпендикуляр. Так? Это у нас будет точка D. И его соединим. Значит, вот у нас, соответственно, вот если сделать выносной чертеж, то в квадрате вот эта серединка и эта серединка. То есть легко доказывается, что вот этот угол прямой. То есть здесь эта прямая перпендикулярна и эта прямая перпендикулярна. Так? То есть, соответственно, вот эта плоскость DB1C перпендикулярна прямой MB. Перпендикулярна DB1C. Ну а тогда вот есть точка пересечения. Значит, вот это H. Значит, с плоскостью. Ну и прямая B1C лежит в этой плоскости. То есть здесь надо опустить вот этот перпендикуляр. То есть вот это. Этот перпендикуляр. То есть вот здесь он обозначим K. Вот его длина и будет равна, соответственно, расстоянию между скрещивающимися прямыми. Ну а здесь вычисления практически. Здесь аналогично, находим площадь, так, находим, в каком отношении вот эта точка h делит db1, и тогда, исходя из того, что высоту мы можем найти, можем, соответственно, найти hk, значит, рассмотрев, соответственно, подобные треугольники. Ну и ответ здесь, естественно, получается тот же самый. Значит, ну вот два разных варианта. Но вот в этом случае как раз одновременно строится и общий перпендикуляр. Значит, теперь следующий способ. Вот он на самом деле довольно трудоемкий. Значит, мы сейчас построим плоскость, параллельную одной из скрещивающихся прямых. Так? И от какой-то точки первой прямой найдем расстояние до этой плоскости.
Значит, А, Б, С. А1, Б1, С1. Значит, здесь мне потребуется опять точка М1. Она такая же, как в самом начале. То есть эти отрезки равны. Так. И мы теперь, поскольку у нас МБ1 было параллельно МБ, то мы вот рассмотрим плоскость СМ1Б1, так, и проведем, соответственно, вот здесь, продолжим это до пересечения. Так, это у нас будет точка N. И соединим. То есть, ну вот на слайде эта плоскость фоном выделена. Значит, фактически у нас получилась вот плоскость CM1B1. Ну, точка N лежит в этой плоскости. То есть у нас MB параллельно C. М1Н вот этой плоскости, так? И нам здесь надо найти расстояние от МБ до этой плоскости. Значит, вот тут удобно взять точку Б, и из точки Б, вот если мы опустим перпендикуляр на плоскость CM1N вот на эту, так, то есть вот это H, это основание этого перпендикуляра, то вот BH это будет расстояние от прямой MB до плоскости, так, то есть вот оно будет равно расстоянию между скрещивающимися прямыми. Вот. А здесь мы поступим следующим образом. Значит, проведем, то есть вот у нас получилась вот эта плоскость CM1N и плоскость основания A, то есть ANC. Ну, здесь точки ABC в ней лежат, плоскость основания. Значит, вот эти две плоскости пересекаются по прямой CN. То есть CN равно C. М1Н, пересеченная с САН. Значит, вот если мы опустим, соответственно, из точки Б перпендикуляр на ребро пересечения, так, то по теореме о трех перпендикулярах, значит, вот это будет тоже перпендикуляр. Вот мы точку К обозначим. Значит, это перпендикуляр по построению, это перпендикуляр по построению, а здесь HK — это по теореме трех перпендикуляров. Значит, соответственно, вот это есть угол альфа между плоскостями. Альфа есть угол между CM1N и CAN. Значит, если мы найдем вот этот угол, так, и найдем расстояние БК, то есть если будет известно БК, то тогда БК у нас здесь получается вот такой прямоугольный треугольник. Так, точнее, нам не БК нужно, нам надо BH. Тогда BH... Значит, поскольку BH на BK это синус альфа, так, то получим, что BH это есть BK умножить на синус альфа. Значит, вот как найти, соответственно, вот этот синус? Значит, здесь на помощь приходит
теорема о площади ортогональной проекции многоугольника. Значит, в частности, мы рассмотрим треугольник CM1B1. Так. У этого треугольника вот это корень из 5, а это корень из 8. Значит, соответственно, его площадь S, вот это S фигуры, да, она будет равняться корень из 5 на корень из 8 пополам, то есть будет корень из 10. А, соответственно, ортогональная проекция этого треугольника на плоскость основания, это есть треугольник ABC, значит, это есть проекция. Значит, это площадь равностороннего треугольника со стороной 2, значит, или а квадрат 4, значит, на корень из 3, значит, а квадрат корней из 3 на 4. Так? Ну и тогда косинус альфа, это есть отношение S проекции к S фигуре, или, соответственно, корень из 3 на 10. Значит, а синус альфа, это есть корень из 1 минус 3 на 10, корень из 7 на 10. Ну и вот, чтобы время особенно здесь не затягивать, значит, мы находим БК, ну, для этого нам надо, соответственно, рассмотреть треугольник АНС, значит, находим БК и через него выражаем, соответственно, BH. Ну, я опущу вот эти все выкладки, вот они здесь приведены. Значит, и, соответственно, ответ совпадает с тем, который был там. Значит, ну вот здесь мне хотелось продемонстрировать вот этот метод. Значит, в нем присутствует и нахождение угла между плоскостями и, соответственно, теорема о трех перпендикулярах. То есть надо уметь пользоваться. Значит, следующий способ, он состоит в использовании вот определения или то, что расстояние между скрещивающимися прямыми, это есть расстояние между параллельными плоскостями, в которые заключены эти скрещивающиеся прямые. Значит, вот при решении этим способом мы, соответственно, строим две параллельные плоскости и от одной, от какой-то точки одной плоскости находим расстояние до другой плоскости. Значит, здесь опять же используется точка М1 и строится вот одна уже нам знакомая плоскость М1B1C, вот, то есть вот эта плоскость. И аналогично вот сюда откладываем. А здесь плоскость вот такая. Это M, B, вот это будет точка K. Или там на чертеже C, это у нас там на чертеже точка C2.
чтобы соответствовало чертежу. Значит, МБ, МБЦ2. Значит, ну каким образом? Значит, это параллельно этой, так, соответственно, здесь отложили CC2 равное 2, значит, тогда получили параллелограмм, это параллельно этой. Значит, соответственно, две плоскости содержат пары пересекающихся прямых, которые, соответственно, параллельны. В одной, прямые одной плоскости параллельны, соответственно, прямым другой плоскости. Значит, эти две плоскости параллельны. Значит, и вот теперь аналогично здесь находится, вот нам потребуется, соответственно, угол, который образует плоскость M1B1C с плоскостью основания. Значит, вот мы будем искать, соответственно, расстояние от точки B до плоскости M1B1C, то есть ρ между прямыми, скрещивающимися, равно расстоянию между параллельными прямыми, в которые они заключены, и равно расстоянию от какой-то точки одной плоскости до другой плоскости, M1B1C. Так. Значит, вот поступим следующим образом. Вот из точки B опустим перпендикуляр на эту плоскость. Значит, опустим. Нет, в данном случае... Так, сейчас. Сейчас. Что у меня тут? Тут, на самом деле, наоборот. Ну, можно то же самое сделать, но поскольку слайд уже приведен, то давайте оставим как на слайде. Значит, соответственно, из точки B1 мы будем, и это же равно расстоянию от точки B1 до MBC2. Значит, вот опустим из точки B1 перпендикуляр вот сюда, на эту плоскость. Это будет H. Так. И вот у нас образовался треугольник. Значит, образовался здесь треугольник. Вот этот угол прямой, поскольку это перпендикуляр. Так? Ну а теперь замечаем, что BB1 это перпендикуляр к плоскости ABC. То есть перпендикуляр к плоскости основания. Соответственно, B1H это перпендикуляр к MBC2. Так. А, соответственно, вот если рассмотреть плоскость MBC2, то вот эта прямая перпендикулярная к плоскости, так, MBC2, а BB1 прямая перпендикулярная к плоскости ABC. Так. Значит, вот, соответственно, вот такой чертеж, если мы нарисуем, вот две пересекающиеся плоскости, так, вот альфа и бета. Значит, вот берем какую-то точку вот на ребре пересечения, строим перпендикуляр к одной плоскости и перпендикуляр к другой плоскости. То есть вот здесь, соответственно, вот это так, так, а это, соответственно, вот так. Значит, вот это у нас будет перпендикуляр L альфа, это L бета. То вот этот угол между прямыми перпендикулярными к плоскостям, он либо равен углу между плоскостями, так, либо дополняет его до π. То есть поскольку углы со взаимно перпендикулярными сторонами. Ну, в данный случае
этот угол, соответственно, вот этот угол альфа, это есть угол между плоскостями, плоскостью основания и любой из этих плоскостей параллельных. То есть это угол между, например, плоскостью А, Б, С и М1, Б1, С. Мы его нашли в предыдущей задаче. Значит, а тогда в этом треугольнике ББ1 есть, этот угол есть, находим длину вот этого катета. Значит, ну и, соответственно, вот на слайде приведены вычисления, я их повторять не буду. Значит, теперь, вот я говорил, что геометрическим методом вот, для нахождения расстояния от точки до плоскости можно отнести метод объемов. Метод объемов. Значит, вот в данном случае на слайде представлен этот метод, а именно, значит, значит, у нас, соответственно, значит, что мы делаем? Ну вот здесь, так же, как в предыдущих случаях, вот строим точку М1, так, и, соответственно, вот у нас плоскость М1, B1, М1, B1, C, так, М1, B1, C. И мы хотим найти расстояние между скрещивающимися прямыми, а эта плоскость содержит прямую B1C. Значит, соответственно, можно найти расстояние от прямой MB до вот этой плоскости. А здесь вот применяется следующая теорема, что вот если есть плоскость, так, и ее пересекает отрезок. Так. Вот расстояние от концов отрезка, значит, вот здесь А, Б, это у нас H1, это H2. Так. Ну, здесь треугольники подобные, так. Соответственно, отношение расстояний будет, вот если это точка С, BH2, деленное на AH1, равно BC на А на AC. Ну или когда C это середина, так, если эти равны, тогда и вот эти равны. Так. Значит, ну и теперь мы хотим найти расстояние от точки B до плоскости. То есть расстояние от точки B до плоскости M1, B1C. Значит, а тут мы возьмем, вот выделим вот такую пирамиду, треугольную пирамидку. Объем ее находится очень легко, поскольку здесь перпендикуляры, это высота. Значит, находим объем этой пирамиды. Так. И площадь вот этого треугольника вычисляем. Ну, здесь все стороны легко находятся. Соответственно, легко находится площадь. А тогда вот в этой пирамидке находим расстояние, то есть находим высоту, находим расстояние от точки С до, соответственно, основания, то есть высоту, проведенную с точки С на основание. Ну а поскольку вот если мы рассмотрим отрезок CB, C1B, извиняюсь, C1B,
то вот здесь он делится пополам, значит, расстояние от точки С1 до этой плоскости будет равно, соответственно, ну, оно вот здесь как-то пойдет сюда, расстояние от точки B. Ну и вот здесь объем этой пирамиды находится, площадь треугольника КB1C находится, находится, соответственно, высота, вот, ну и получается ответ. Значит, вот это метод объема. Следующий метод, вот этот метод с использованием объема тетраэдра. Так, значит, образованного, значит, соответственно, две точки лежат на одной скрещивающейся прямой из скрещивающихся прямых, а две на другой. То есть у нас M, B и C, B1, значит, вот эти четыре точки, значит, соответствующий тетраэдр. Значит, соответствующий тетраэдр. Ну вот слайд, пожалуйста, покажите, чтобы он был полностью, чтобы я его уже не рисовал. Значит, здесь вычисления достаточно простые. Значит, у нас есть формула, значит, расстояние между скрещивающимися прямыми находится как 6V, то есть, если известен объем этого тетраэдра, 6 объемов этого тетраэдра, деленное на соответствующие длины отрезков А и Б и синус угла между скрещивающимися прямыми. Значит, у нас прямые скрещивающиеся в пункте 1 было доказано, что взаимно перпендикулярны, то есть синус угла равен единице. Длины отрезков МБ и СБ1, соответственно, корень из 5, корень из 8. Объем всей призмы мы легко находим, а тогда объем этого тетраэдра С... А, нет, мы на самом деле сразу можем его найти. Каким образом? Значит, у нас, если посмотреть, АH — это перпендикуляр к плоскости CB1B, так? Поскольку AH — это высота в треугольнике ABC, так, и она, соответственно, перпендикулярна еще и B1B. Так? То есть можно считать, что высота пирамиды MB1BC равна AH. Так? Ну а тогда площадь основания — это CB1B. Значит, находим объем и просто подставляем формулу. То есть здесь вычисления, в принципе, достаточно простые, то есть самые простые вот, из всех предыдущих вариантов. Значит, вот 6 этих способов, а дальше рассматриваются векторные и координатные методы. Значит, когда рассматривается векторный метод, так, то нам потребуется базис. Значит, ну, обычно удобно выбирать базис такой, чтобы скалярные произведения базисных векторов вычислялись проще всего. Вот. Значит, тогда вот если у нас есть две скрещивающиеся прямые L1 и L2, соответственно, у нас есть направляющие вектора этих прямых. Значит, они будут выражаться каким-то образом через базисные вектора. Так. А тогда, вот если мы возьмем направляющий вектор, ну вот здесь нарисовано так, это у нас Q1, и это, соответственно, Q2. Так. И вот общий перпендикуляр как-то
общий перпендикуляр. Ну, поскольку он существует, так, вот мы его P1, P1P или P1, P2. Значит, здесь перпендикуляр, общий перпендикуляр. Вот. А тут, соответственно, какие-то две точки. Это у нас А1, а это точка А2. Значит, вот если мы каким-то образом вектора Q1, Q2, это направляющие вектора прямых, и А1, А2 как-то выразим через базисные, так, то потом мы это в вычислениях будем использовать. А здесь вот вектор P1, P2 можно найти следующим образом. Значит, ну вот возьмем, вот нам надо от P1 пойти. То есть идем вот до точки А1, то есть какой-то вектор, плюс вектор А1, А2, так, и плюс какой-то вектор А2, P2. Так. Значит, соответственно, вектор P1, A1, он выражается, поскольку он коллинеарен Q1, с некоторым коэффициентом, через вектор Q1, а вектор A2P с каким-то коэффициентом через вектор Q2, то тогда у нас получается, что вектор P1 это есть, значит, вот здесь мы обозначим, возьмем лямбда, числа лямбда Q1 плюс A1, A2 плюс μ Q2. Так. Ну и теперь, соответственно, нам же надо длина этого вектора. Значит, модуль P1, P2 это есть корень квадратный из P1, P2 на P1, P2. То есть это скалярное произведение, то есть модуль скалярного произведения. Вот если мы, соответственно, вот находим вот эти Q1, Q2, так, а Q1, Q2 мы находим из следующей системы уравнений. Значит, вектор P1, P2, он перпендикулярен Q1, и P1, P2 перпендикулярен Q2. Значит, соответственно, что мы получаем? Мы получаем систему уравнений. P1, P2 на Q1 равно нулю. P1, P2 на Q2 равно нулю. Значит, вот отсюда мы получаем вот эти неизвестные числа. После того, как их нашли, подставляем вот сюда, подставляем вот сюда. Ну а дальше, используя свойства скалярного произведения, вычисляем. Вычисляем. Значит, ну и вот пример. Пример. Значит, здесь мы берем в качестве базисных, значит, вот у нас вот эта призма, значит, взяли базисные вектора. Ну вот я тут выбрал так, чтобы пара из них, вот взят вектор АА1, АА1, так, значит, взят вектор АД, Д это, соответственно, середина
вот это D. И взят вектор DB, вот этот вектор. Значит, вот здесь, я говорил, пара. Значит, это перпендикулярно этому, это перпендикулярно этому. И, соответственно, это перпендикулярно. То есть фактически здесь все скалярные произведения векторов АА1 на АД на БД равны нулю. И, соответственно, АД на ДБ тоже равно нулю. То есть остается только скалярное произведение векторов АА1 самого на себя, АД самого на себя, ДБ самого на себя. Вот эти скалярные произведения равны квадрату модулей. Вот. А теперь мы вектор вот этот CB1 выражаем через вектора базиса. И вектор, соответственно, вот здесь МБ выражаем. Так. Ну а тогда, используя вот эту схему, значит, вот здесь, соответственно, вот этот общий перпендикуляр, значит, P1, P2, P1, P2. Значит, вот мы P1, P2, значит, вот у нас тут взят был вектор A1, A2, а тут получается вот это направляющий вектор прямой, это направляющий вектор прямой, а вот это вектор, соответственно, BB1. Значит, это вектор с концами, концы которого лежат на соответствующих прямых. Ну и вот мы теперь PP1, точнее P1, P2 представляем как сумму x, соответственно, на MB плюс B, BB1 и плюс Y на CB1. То есть вот в таком виде. Вот. Ну и проделывая все то же, вот все, что я говорил здесь, значит, вот на слайде, слайд, если показать в полном объеме, здесь вот все эти вычисления приведены. Ну и тут пункт А делается независимо от того, вот, что было сделано геометрических. Здесь просто рассматривается скалярное произведение векторов МБ и СБ1 и показывается, что оно равно нулю. Значит, соответственно, это означает, что вектора и, соответственно, прямые перпендикулярны. Ну и продолжая вот все вычисления, которые я вот здесь озвучивал, значит, подставляем конкретные значения, значит, вот получаем вектор PP1. Значит, это находятся коэффициенты. Это у нас получился коэффициент 2 пятых, а этот коэффициент получился равен минус 1 вторая. Ну и вот подставляя и находя, соответственно, скалярное произведение, мы получаем ответ. Следующий способ — это координатный метод. Значит, и в нем используется формула расстояния от точки до плоскости. И, соответственно, в декартовой системе координат скалярное произведение двух векторов равна сумме произведения одноименных координат. То есть А на Б равно АХ на БХ плюс АУ на БУ плюс АЗ на БЗ. Вот. Ну и если есть общее уравнение плоскости, то, соответственно, в это уравнение подставляются координаты точки А. Вот формула внизу слайда. Значит, и эта формула есть во всех учебниках, то есть ею можно пользоваться. Вот. Ну и метод решения. Значит, здесь вводится система координат. Значит, вот тут у нас была середина. Значит, мы
берем и, соответственно, вот эту точку берем за начало системы координат. А оси направляем, тогда эту ось направляем по CB, обозначаем это ось X, и это здесь прямой угол, это есть ОY, ось Y, а это ОZ. ОZ. Значит, ну и вот на что здесь надо обратить внимание. Значит, вот есть несколько способов построения вывода уравнения плоскости. Значит, есть, соответственно, уравнение плоскости, проходящее через заданную точку перпендикулярно заданному вектору. Есть общее уравнение плоскости. Вот если использовать общее уравнение плоскости ax плюс by плюс cz плюс d равно нулю, знаете, где a, b, c — это есть координаты вектора нормали к плоскости, то если у нас есть три точки, не лежащие на одной прямой, так, тогда, взяв координаты этих точек и подставив в эту систему уравнений, можно найти, соответственно, три переменных через какую-то одну. Ну, здесь обычно через d получается, хотя, может быть, и d сократится, уйти. Значит, соответственно, вот в данном примере, значит, здесь берется плоскость m1, b1, c, то есть которую мы уже много раз рассматривали, так, и точка b. Значит, соответственно, точка b лежит на прямой mb, а cb1 лежит в плоскости m1, b1, c. Значит, вот мы берем координаты точек C, B1, M1, подставляем в эту систему, находим через D A, C, B, подставляем в уравнение плоскости, значит, сокращаем на D неравное нулю, получаем уравнение плоскости. Соответственно, получается уравнение плоскости M1, B1, C. Координаты точки B, вверху вот они есть, B — это точка с координатами 1, 0, 0. Значит, подставляем в формулу и, соответственно, находим расстояние. Значит, здесь нужна формула расстояния от точки до плоскости. Значит, и дальше, соответственно, все зависит от того, насколько хорошо или удачно введена система координат. Но вот в школьном учебнике нету, а на самом деле есть такое понятие, как уравнение плоскости в отрезках. Значит, в планиметрии было уравнение прямой в отрезках. Так? Ну а вот если плоскость пересекает координатные оси ox, oy, oz в точках, у которых соответствующие координаты равны а, b, c, то есть длины соответствующих отрезков равны модулю координаты. Так? Но здесь уравнения вот, в качестве а, b и c подставляются координаты точек пересечения. Значит, если ox пересекается, то у нее координата по x а, ОY координата по Y B, ОZ, соответственно, C. И уравнение записывается XA плюс YB плюс Z на C равно единице. Ну, легко проверить, что поскольку общее уравнение плоскости AX плюс BY плюс CZ плюс D, вот если в это уравнение, которое мы нарисовали, вот здесь написано, подставить координаты точек
пересечения, то как раз и получится, что они все удовлетворяют этому линейному уравнению. А тогда, соответственно, это и есть уравнение плоскости. Вот здесь следующий слайд. Значит, здесь просто-напросто я плоскость М1, B1C, вот здесь продолжил, ну, таким образом, чтобы найти координаты точек пересечения этой плоскости с координатными осями. То есть нашел координаты точек С, Н, К, так, и сразу подставил уравнение плоскости в отрезках. Ну, а дальше из этого уравнения я просто перехожу к общему уравнению, то есть знаменатель, вот получается x деленное на минус единицу, то есть, соответственно, минус x, значит, y деленное на минус корень из трех пополам, это, соответственно, минус 2 деленное на корень из трех y, ну и у z там единица. Ну и на минус единицу домножили, вот получили уравнение. Ну а теперь аналогично подставляем координаты точки b. Значит, вот здесь вычисления оказались достаточно простые, поэтому вот иногда этот метод дает результат быстрее и меньше ошибок в нем можно допустить. Ну и последнее, что мы рассмотрим, это комбинация координатно-векторного метода. Значит, комбинация состоит в том, что мы вводим систему координат прямоугольную, используем вот способ, который был рассказан при решении векторным способом. Но только в этом случае мы все вектора уже сразу выражаем через координаты векторов и действуем в координатах. И вычисления на самом деле получаются немножко проще, чем вот непосредственно при решении векторным методом. Значит, ну здесь, соответственно, вот мы вектор P можем посчитать, это вектор PP1, вот считаем через координаты соответствующих векторов. Так, значит, ну и находим в общем виде вектор n, перпендикулярный прямым mb и cb1. Так? Значит, ну и при каком-то значении c этот вектор будет совпадать с pp1. Ну и тогда вот находим соответствующее c и получаем вектор pp1. Ну вот основные методы, значит, я привел. Значит, ну, как правило, на практике вот хорошие школьники пользуют, ну, 2-3 метода. Значит, но тем не менее знакомство может быть полезно. Значит, вот здесь есть несколько задач для самостоятельного решения, если кто хочет потренироваться. Значит, здесь вот, если посмотреть эти кривые, это процент решаемости заданий ЕГЭ в разные годы. Но вот если вы увидите, то на самом деле процент решаемости 14-го задания достаточно низок. То есть этому надо уделять внимание, вот, и терять баллы при решении вот 14-й задачи хорошим ученикам не следует. Значит, ну вот здесь те же самые кривые, но только ученики, то есть выпускники разделены по категориям. Значит, голубые — это те, кто не прошел минимальный порог. Значит, зеленый — это средний. И, соответственно, красный — это средний. Значит, ну а дальше выделяют обычно категорию от 60 до 80. И от 80 до 100 — это так называемые высокобальники, вот, значит, которых не так много по стране. Ну вот видите, что процент решаемости 14 задания в основном дают только высокобальники. То есть все остальные категории имеют очень
низкий процент решаемости этих заданий. Ну, теперь я вот могу предложить вот такую книгу. Значит, это 25 вариантов для подготовки к ЕГЭ, то есть издательство просвещения под моим авторством. Значит, вот можете потренироваться. Ну и спасибо за внимание. На этом я прощаюсь. До свидания.